Винчестер, ты дурак. Нельзя предавать женщину, которая сменила 5 мужей. Это опасно. А флиртовать у нее на глазах с другой вообще смертельно. Так, это мое. Спасибо. Так, что у нас тут? Фридехаген не соврал. Здесь действительно довольно много крови. И она свежая. Кто-то пытался ее затереть, но явно спешил. Алло? Ты меня слышишь, Алис? Да. Да, я тебя слушаю. Ты что, зависла? Возьми образец и обыщи там все. Если кровь пытались затереть в спешке, может, оставили какие-то следы. Спасибо, шеф. Без тебя я бы никогда не догадался. Угу. Нет, ты слыхал, Винчестер? Умняк врубила. Дай бабам власть, порвут на пазлы. Шеф, вы просили звонить только в крайнем случае, но кажется, это именно он. Дело касается Фила. Я сделала анализ крови со шприца, которым Фил... Точнее, я думала, что это он, но я теперь не знаю. Понимаете, у этой крови вообще нет группы. И резус-фактора тоже нет. Я понимаю, что это звучит дико, но я проверила несколько раз. Такой крови в принципе в природе не должно существовать, но... Она точно человеческая, и я бы сказала, она универсальная. А на шприце только отпечатки Фила, шеф. Я не знаю, что делать. Вы позвоните, как сможете. Фил. Кто же ты? Думаешь, не выстрелю? Можно и без крови. Можно я пальну? Да. Не ревизоры, конечно. Да и не моя сцена не совсем удалась, но в целом трагично. Можете даже бродячим цирком выступать. Что, и будем так стоять? Стоять! Все отошли! Часана, мы будем его мочить или глазки будем строить? Заткнись. Ты вспомнил? Ларс свободен, забирай своих. Я что-то не понял. Что за херня здесь происходит? Вон отсюда, быстро! Вон! Here.
общем, супруги Вараш монстры там. Чемпионы всего, чего только можно. С головы до ног, медали, фризак. Слушай, о, про них даже фильм сняли. Короли танго, лучшие в истории, всякие ухах, короче, легенды. Значит, врагов у них хватает. Ну, может, их тогда конкуренты завалили. А где трупы тогда? Нет, это больше похоже на похищение с целью выкупа. Да? Ну, а где тогда требования выкупа? Ну что, нашел что-то? Знаешь, тут по всему залу какая-то фигня. Типа крепления, но я не понимаю, для чего они. А что значит по всему залу? 10, 11. Ну, а то и значит, Алис. По всему периметру, в центре которого... Затертое пятно крови. А почему ты решил, что это относится к нашему делу? Да потому что они новые, Алиса. Ну, хорошо, как они выглядят? Типа кронштейны такие, одинаковые. Я насчитал их 15 штук. Сейчас фотку скину. Ход Таоши Турдев. Гхаид. Эт Ом. И все равно ты никто без меня. Ты умираешь. Не так быстро, как ты думаешь. Какая разница? Мы можем помочь друг другу. Ты правда в это веришь? Почему нет? Я же помог себе. Случайно. И сам испугался. Ты сейчас цепляешься за жизнь, хотя сам прекрасно понимаешь, что шансов нет. Шансы есть всегда. Знаешь, когда я тебя нашел... Чтобы заманить меня в тот городишко и поселиться в моей голове? Мара, не надо. Тварь. Ты просто хотел меня использовать. Да, но вместо этого подарил новую жизнь. У тебя в мозгу до сих пор часть меня. И изменить это уже нельзя. Ты ошибаешься. Я здесь, чтобы все изменить. Ты грязь. Ты ошибка эволюции. Тебя вообще не должно быть. Кажется, ты вернул ему долг. Я вернул себя. Что ты с ним сделал? То, что он хотел сделать со мной. Знаешь, что это? Нейромагнит. Вот именно. Ты сильно рисковал. Что ж, бери свой трофей. Кстати, Алиса сделала анализ твоей крови, поэтому надо что-то срочно придумать. У девушки шок. Думаете, у меня его нет? Да. Есть о чем поговорить. Нет, ну стандартное крепление для камеры видеонаблюдения. Для 15 камер наблюдения. И, судя по расположению, наблюдали именно за тем, что находится в центре зала. Блин, опять что ли убийство? На видео снимали? Знаешь, после того психа с топором
Я до сих пор вообще страшные сны вижу. Так, если Мурик не нашел там проводов, то... Wi-Fi, онлайн-трансляция. Ну, вот-вот. Намек поняла. Ты родственников Варыш нашла? Детей нет, родители мои в Гватемале. Она их туда 5 лет назад перевезла. О, кстати, у всей семейки двойное гражданство. Нашей Гватемалы. Ты, между прочим, супруги Варыш почетные граждане. Политикой попахивает. Да уж. Папа. Папа. Стой, конца. У меня депрессия. Стой, ты прямо. Я устал. Мне нужно срочно развеяться. Тебе не хватает развлечений? Где? Здесь? Да я с ума схожу от этой серости. Все время одно и то же. А мне нужны новые впечатления, эмоции, а не какие-то вечеринки. Хавьер, я запрещаю. Хватит, я не ребенок. Я уже все решил. Сегодня же вылетаю. Если ты не ребенок, значит забудь о моих деньгах. Сам оплачивай свои капризы. Значит, договорились. Прощай. Стоять, щенок. Останови его. Ваше превосходительство. Сейчас у нас есть более серьезные проблемы. Винчестер, ну ты толстый. Откормили они тебя? Не на шутку. Ты теперь даже тяжелее, чем мой чемодан. Вот слушай, только не надо, а? Спасибо еще скажешь, что я тебя с Ирен помирил. Алиса, когда меня будет убивать шеф, я скажу, что выполняла твои указания. Хорошо, только скажи, в чем дело. Хакнула 2 сервера. Я так и думала. Результат того стоил? Еще бы. Из того зала 4 минуты шла мощная закодированная онлайн-трансляция по всему миру. Как раз после нее ищет сигнал маяка слежения с мобильного Май. Значит, не совпадение. Это еще не все. Самое интересное, что по времени эта трансляция минута в минуту совпадает со всплеском активности на одном подпольном тотализаторе. Причем ставки доходили до 3 миллионов. Это очень похоже на схему нелегальных боев. Только при чем здесь короли танго? Скоро узнаем. Запустила червячка в закрытые аккаунты фанатов танго. Думаю, там много вкусненького. Мне осточертело жить по его правилам. И по твоим тоже. Нет, мама, это ты послушай. Если вам с папой нравится изображать счастливую семью, то с меня хватит. Я не игрушка. Ваш кофе, сеньор. Пошла вон. Мне надоела ложь. Но если вы не можете жить без нее, ладно. Я принимаю ваши правила, но только и вы не ждите от меня правды. Опять? Неужели тебе не противно? Жить и врать, врать, чтобы жить. Хотя все знают, это ложь, но делают вид, что верят. Президент спит с чемпионкой танго, а ее муж с тобой. Папа с собственной секретаршей, а Фреда Хаген с проститутками. Но это не мешает всем вам учить меня порядочности. Грязная тварь. Алло? Ну что? Но! Нет, они мне нужны сегодня. Неважно, в какой валюте, но сегодня. Pero hoy. Bien. Хорошо. И закажи отель на свое имя. Не хочу, чтобы отец нашел меня.
Кеди Вильямо, я сын солдата президента. Думаю, надо сообщить президенту. С ума сошел? Лучше мы сами скажем. Не учи меня, что лучше. И вообще, ты все прошляпил. Безопасность Вараш – твоя работа. Моя работа – это ваша безопасность. Это конец. Президент не простит, если с Майей что-то случилось. Так, Винчестер, не дарма... Зи. Ну что, Винчестер? Посвящением тебя в детективы. Да, с отравлением попахивает. И это не фигура речи. Точнее. Ну что, ну посмотрите. На губах пострадавших пена. На лицах явные признаки предсмертной судороги. И запах. Это запах. Запах горького миндаля. Так, может, торт с миндалем? Да вы что, это классический шоколадный бисквит. Но, давайте заглянем в первоисточник. Так. Ну вот, орехов. Совсем нет. Отдайте торт на экспертизу. Ну, само собой. Так значит, цианид. Это логично, правильная версия. Но вскрытие еще никто не отменял, и я более чем уверен, что они только подтвердят мои догадки. Что у вас? Заключение будет через час-полтора. Хорошо, идите. Что же здесь произошло? Шеф. Да. Самка подтвердил. Тор принес какой-то курьер. Его здесь маги заметили. Фоторобот уже составляется. О, хорошо. На вот, разберись с этим шоколадным островом. Я уже проверил. Есть такая фирма, но у них сегодня выходной. Вот как. Выходной. Значит, у нас тут конкретный убийца. А ты еще здесь, мать твою? Вообще-то я жду фоторобот подозреваемого. Кстати, он мог засветиться на камеры наблюдения. В аэропорту их полно. Наши люди уже с ними работают. Ладно, что еще? Если это действительно цианид, то работали жестко, нагло, без затей. Преступник либо очень спешил, либо просто психопат. На психа больше похож. Тогда это нам на руку. Они же, как правило, одиночки. Если шоколадный курьер засветился на камеры, то у нас есть фото преступника. Как-то у тебя все просто получается. По-дебильному. Слушай, ну убери с головы это гнездо. Ну ты же офицер, мать твою! Шеф, вы прекрасно знаете, что это гнездо на моей голове не просто так. Да ладно, знаю, как вы там под прикрытием расслабляетесь. Слушай, так они реальные музыканты. Ну да, резонансом попахивают. Да, журналюги такое любят. Мало того, что они музыканты, так еще и иностранцы, мать их. Ну да, хоть из ближнего зарубежья, но все же. Ну для этого нас сюда и вызвали. Давай, разберись. Узнай, чем занимались эти скрипачи в нашей стране. Есть. Быстрее скорости света только скорость мысли. Поняв это, мы научились путешествовать по Вселенной. Состояние самадхи, как у йогов? В каком-то роде, да. Концентрация сознания, освобождающая тело. Но сознание, Фил, не абстрактная субстанция, а квантовый сгусток нейронов мозга,
который уязвим в геомагнитном поле Земли. Оно убивает нас. Поэтому вам нужно укрытие. Мозг-носитель. Да. Но мы не паразиты. Тогда откуда у вас это тело? Его звали Артур. Он бы все равно погиб. А у меня не было другого выбора. Как это случилось? Прибыв в тот раз на орбиту Земли, мы столкнулись с непредвиденным. И я совершил ошибку. Мы оказались на борту старого судна «Оранжевый Медан». Нас было 18 человек. Человек? Ты прав. Я так давно здесь, что уже забыл, кто я на самом деле. И кто же? Мы называем себя Бамплы. Бамплы. И Достоевский тоже? Да. Остались только мы. Но, по крайней мере, нам так казалось, пока не появился ты. Я человек. Просто в моей башке застряли нейроны Достоевского, но я сегодня вернул их. Если бы ты был человеком, то уже давно бы стал носителем сознания Достоевского. Но он так и не смог подчинить твой мозг. А час назад, наоборот, ты сам проник в его сознание. И это означает одно. Ты Бамбл. Допустим. Но как я оказался здесь? Не знаю. Но разберемся. Все сюда быстрее! Мой червячок хряснул закрытую группу фанатов танго. Тут такая прелесть. Но почему-то без звука. Вот наши жертвы. Когда была сделана эта запись? Ровно месяц назад. Ну, теперь у нас есть подозреваемый. Угу. Тут и без звука ясно. Тот, что Виноградкину угрозился убить. Угу. Ты выяснила, что за тип? Тут выяснять нечего. Пожалуйста. Похоже, заклятые конкуренты. Чувствовала. Я видел зарождение жизни на этой планете. Дрейф континентов и строительство пирамид. Вам 3 миллиарда лет? Нет, конечно. По нашим меркам мне не так-то и много. Если сравнивать, то мы с тобой ровесники. Фил. Во Вселенной, как и на Земле, есть свои часовые пояса. Вернее, временные циклы. Где отчет ведется не от Гринвича, а от точки реликтового излучения. Но поскольку степень удаленности от него у всех объектов разная, то и время тоже разное. Ну, естественно, с поправкой на гравитацию, которая, как известно, влияет на его ход. Вы хотите сказать, что Бамплы тоже верят в теорию Большого Взрыва? Вообще-то, это мы и подбросили вам эту теорию. Но дело в другом. Квантовый переход нейронов через пространство нарушает линейность времени. И пока здесь проходят тысячелетия, там лишь дни. Я не могу поверить, что верю в это. Придется. То есть, мои видения — это не видения, а воспоминания? Генетическая память. Чья? Достоевского? Твой мозг давно поглотил его нейроны, поэтому память твоя. Тогда зачем именно я понадобился Достоевскому? Зачем? Бамплы не бессмертны. Хоть и живут трое дольше людей. Он искал нового носителя. Но для этого подходит не каждый мозг. И он решил, что я ему подхожу. Но он ошибся. А ты получил шанс. Ихо де ла Путта.
сукин сын. Пожалуйста, прокрутите назад этот эпизод еще разочек. Ну, что я тебе говорил? Беги к мамочке. Маленькому вернулся, бубочка мой золотой. Проголодался, да? Кушай, кушай, маленький, а это кто? Спец читает по губам, причем на нескольких языках. Ну, тут много ненормативной лексики. Ешь. Но история в целом такова. Это Хакин, он говорит этому типу, что он полная, ну, скажем так, плохой танцор. И вызывает его на танцевальную дуэль за право называться королем танго. А этот тип якобы в шутку предлагает им станцевать знаменитое танго смерти. И все это должно будет происходить под прицелом снайпера. Ну, типа, так будет круто. А этот что? А у этого типа очень трудно разобрать артикуляцию. Тут или сильный акцент, или проблемы с дикцией. Ну и чем закончились их понты? У Хакина тут явно сорвало крышу, и он всерьез предложил станцевать танго смерти. Мол, в таком деле ставка должна быть жизнь. Ну, Кирилл принял вызов, они договорились танцевать одновременно, а фанаты танго будут голосовать в интернете онлайн. И вот кто на третьей минуте наберет меньше голосов, тот и получит пулю. Ну вот как-то так. Ни хрена себе танцульки. Да. Блин, короче, полный голяк. Но тебе не под прикрытием работать? Тебе приказали, там и работал. Да ладно, ладно, обиделся. Докладывай. Короче, секстет Рапсодия прибыл сюда вчера вечером по частному заказу. И всего на одну ночь. Но концертный директор вообще не в курсе. Говорит, что этот заказ они взяли в обход него. Знакомый какой-то Артем Храпалев позвонил. Подожди, подожди. Кто такой Артем Храпалев? Альтист секстета. По словам директора, это какая-то халтура, но он вообще не в курсе, как и что. Какая-то частная вечеринка или корпоратив, представитель которого встретил их на своем бусике и куда-то увез. Камеры наблюдения в аэропорту зафиксировали, как жертву туда садились. Я дал команду, бусик уже ищет. И это все? Нужно срочно проверить мобильный Храпалева. Там должен был остаться номер, с которого звонил заказчик. Я понимаю, слабая ниточка. Не то, что слабая. Костенька, она вообще никакая. Понимаешь, они же не идиоты звонить со своего номера. Вообще херня какая-то получается. Вызвать целый секстет, а потом тупо отравить их в аэропорту. Я думаю, их убрали как свидетелей. Подожди. Ты хочешь сказать, что они случайно что-то увидели, а потом до кого-то дошло, что это не совсем гуд, да? Я думаю, им специально дали уйти из того места, где они стали свидетелями чего-то. Сынок, не мудри. В наших краях намного все проще. Особенно по зачистке свидетелей. Вот именно проще. Представьте, что в том месте, где они увидели то, что не должны были видеть, просто не было возможности возиться сразу с шестью трупами. Ну и логично. Позвольте им уйти самим, а потом уже их убрать. Ну, допустим, ты прав. И что нам дает твой детективный изыск? Думаю, нужно посмотреть сводку преступлений минувшей ночи. Молодец, правильно. А заодно проверь биографию этого альтиста. Только подробно. Делается. Она стояла в воде и любовалась сфинксами. И этими непонятными лунами над ними. Странное видение. Я уже говорил, это не видение. Хорошо, воспоминания, но чьи? Генетическая память передается только по наследству от матери. Поэтому здесь без вариантов. То есть... Я видел маму? Возможно. Хотя наследственная память коварна. Но ты вспомнил Дашпакхо, нашу родную планету.
Где она находится? В системе, которую земные ученые называют ветвь Персея. Почему вы... мы не можем туда вернуться? Увы, мы здесь застряли. Из-за Достоевского, да? Это слишком долгая история. Опиши-ка лучше ту девушку и своих воспоминаний. Ту, в озере у подножия Сфинкса. У нее черные глаза. Этими уже занимается полиция. По результатам предварительного осмотра пуля 7,62. На одежде нет следов пороха, то есть стреляли не ближе, чем с 5 метров. Стрелок явно опытный. Одним выстрелом обоих точно в сердце. Обоих в сердце? Одной пулей? Ирен, запросто. В танго есть позиция, когда сердца партнеров оказываются... Разрешите? Рядом, прямо на одной линии. Вот так. Тебе нравится? Расслабься. Так, с этим все ясно, только все равно нестыковка. Если брать за основу версию дуэльного танго, то Хакин и его партнерша не могли танцевать в ту ночь с Варыш в том зале. Угу. В это время они были в родной Аргентине, вели в прямом эфире телешоу, которое, кстати, закончилось за 40 минут до убийства Варыш. Да. За 40 минут сюда из Буэнос-Айреса и ракеты не успеют долететь. Хотите сюрприз? Знаете, кто это? Сын посла Гватемалы. Хавьер. Значит, мы едем в посольство. Мурик. Да? А что, стучаться уже не надо? Виноват, тук-тук. Но это срочно. У нас еще два мертвых иностранца. Чего-чего? На этот раз танцоры. Их тела обнаружили 40 минут назад. Смотрите. Супруги Варыш. Профессиональные танцоры танго, а также граждане Гватемалы. Да хоть Антарктиды. Мы-то здесь при чем? Тебе что, у наших трупов мало? Шеф, когда у нас последний раз за одну ночь убивали 8 представителей культуры? Так у нас музыканты, а это танцоры. Да, но танцуют они под музыку. И обратите внимание, во что они одеты. Это же явно концертный костюм. Их что, в танцы завалили? Похоже на то. Я выяснил, в репертуаре нашего мертвого секстета были произведения типа «Танго смерти». Так уже смерти? Да. Это Вивальди. Классика танго. Черт, а. Вот Гватемалы нам только еще не хватало. Шеф, тут есть еще одно обстоятельство. Какое? Знаете, кто обнаружил трупы этих танцоров? Ну, давай, быстрее говори. Частный детектив. Агентство Прайд, вы их знаете. Да ладно. Вот черт. Вечно они под ногами крутятся. Шеф, я подумал, ну, раз такое дело, можешь с ними поговорить? Чего? Ну что, объединить усилия, что ли? Сейчас разогнался. Я просто хотел как лучше. Если Аравенко занимается этим делом, значит, у него тоже не все сходится. А у нас есть козырь. Шоколадный курьер? Да, он самый. И нам нужно раскрутить эту ниточку. Слушай сюда, лейтенант. Перерой мне все, но найди этого курьера. Докажи, что ты не зря работал под прикрытием. И бегом, бегом, давай! Есть. Ничего, Яровенко. Еще посмотрим, кто кого. Ты уверен, что она выглядела именно так? Не ошибся? Нет. Вы знали ее? Кто она? Кэрри Твен. Это постановочное видео для фанов. Там. Почему сразу не сказали? Не думал, что все так закончится. Это ваши люди сначала установили, а потом убрали камеры наблюдения в том зале, где были убиты Варыш. Это была просто трансляция. Кирилл и Майя танцуют здесь.
Коахин и Элья в Аргентине одновременно. Фаны голосуют все. Ага. Одновременно, но не вместе. Значит, вторая пара тоже танцевала под прицелом снайпера? Да нет, черт возьми, это пьянь трюк. Вообще, они хорошие друзья. Ну да, старые конкуренты. Вот и решили устроить шоу, чтобы поднять рейтинг. Подняли, блин. Учтите, я был против этой безумной затеи. Просто выполнял приказы. Чьи? Закрытая информация. Уже нет. Убиты наши граждане на нашей территории, так что забудьте про дипломатический иммунитет. Вы подозреваемый номер один. Это идея Хавьера. Нам надо с ним поговорить сейчас. На этом закончим. Ваше агентство выполнило заказ. Вы нашли варыш. Спасибо. Гонорар переведу, как договорились. Алиса, вызывай полицию. Я прямо сейчас смотрю на железное доказательство. Да, я взломала сервер посольства и раскрыла убийство. Кстати, у Хавьера через час самолет в Париж. Если он еще в посольстве, то должен скоро выйти. У тебя ее глаза. Почему она оставила меня? Чтобы защитить. Думаю, она узнала, что на земле появились мы. Делаете? Потом объясню. А пока принеси-ка нам, пожалуйста, виски. Керидван сразу влюбилась в эту планету. И теперь я понимаю, она просто сбежала сюда, нарушив все законы нашего мира. И как давно это было? Для меня недавно. А для Земли? 11 000 лет. Сюда! Что, вспомнил? Нечего вспоминать, понимаешь? Нечего! Что ты вообще делал в этом аэропорту? Маму встречал! А может, Тузу искал? Иди нахуй! Иди нахуй! Кто вообще тебе дал этот гребаный торт? Скотина бешеная! Я ж тебе уже сказал, подошел чувак, предложил стопать с тобой поговорить оттуда. Хочу сделать друзьям сюрприз. Да, и вместе с тортом он дал тебе курьерскую куртку, визитку шоколадного острова и даже бланк доставки. Как
Я смотри! Как выглядел Джонни, такой короткая стрижка, загорелый в костюме. Я не знаю, на охранника похож или на могилу какого-то крутого перца. Так он что, на тачке что ли? Какая тачка? Он в терминале ко мне подошел же. Значит, без тачки? А? Или на тачке? На тачке. У него ключи были на брелке мерзлые. Куда лезешь? Я сейчас полицию вызову. Уже едет. Кто вы такие? Диабло Медро. Кто вы такие, а? Фанаты танго. Руки убрал от моего водителя? Я сказал, отпусти его. Конечно. Сейчас, разберемся. Что происходит? Разберитесь. Эй, вы чего? Какие-то вы медленные. В смысле к стене? Зато вы слишком быстрые. Это ж международный скандал. Принимайте заказчика и организатора двойного убийства. Хоть понимаете, что вы делаете? Машину его. Есть. И что, есть доказательства? Интернет хранит все. Этот подонок устроил подпольный тотализатор. И чтобы сорвать джекпот, подкрутил результаты голосования зрителей. А затем лично дал команду снайперу, чтобы тот убил Кирилла и Майю Варош. Пакуйте. Иди давай. Что значит пакуйте? Да. Что значит пакуйте, а? Да, конечно. Да. Угу. Обоих взяли. Водитель этого Хавьера по описанию совпадает с тем, кто передал торт через курьера-музыканта. Так что давай тащи этого курьера к нам, и мы устроим очную ставку и все дела. Хорошо, шеф. Принято. Мы тоже разные. Как и люди. Есть хорошие, есть злые. Некоторые приходили сюда, объявляя себя богами. Были диктаторы. Наши технологии дают неограниченные возможности. А Керидван? Она злая? Она просто хотела спасти Землю. От чего? От глобального вторжения. Это разве возможно? Возможно. Ну так надо об этом рассказать людям. Одному человеку была известна правда. Но ему никто не верил. И тогда он решил, ладно, расскажу вам сказку. А когда придет время, вы вспомните о ней. И она станет для вас инструкцией к выживанию. Он написал книгу? Снял сериал в стиле фантастики.